дождались Олега. И то, что рефери сказал не в микрофон, покажите огонь. Да, правда, рефери сегодня жжет. Вот это серьезно. Ну вот сейчас такой проход с другого конца площадки Олег выполнил и прям затянул на себя Виталия. Не очень хорошее положение сейчас у Олега. Виталий в более доминирующей позиции. Дзюдо называется кисагатами, боковое держание. Кисагатами? Кеса. Кеса. Да. Это я своих малышей, когда рассказываю, чтобы они быстрее запомнили, говорю, не кисагатами, а кеса. Есть, все, болевой. Болевым приемом. На руку закончил Виталий схватку. Невероятнейшая скорость проведения боя. Ну, кстати, второй бой, который досрочно закончился в первом раунде и очень быстро. Победу держал боец синего угла, повторяя слова рефери, а благодаря Галине Грищенковой могу еще и правильно сделать ударение в фамилии. Виталий Грищенков. Мы читаем комментарии. Спасибо за такие подсказки. Тем более, что, к счастью, в них не чувствовалось никакого негатива. Да, мы в